Давай подвинем. Блять, кто пилотирует? Пожалуйста. Я пилотирую. Ну погнали. Странный вертолет. А, тут шампанское сзади, what the fuck? Нихуя, мы просто как бомжи. Чувствую себя начальником, он донес загляни мне в окно. Блять, ну-ка все, я сажусь нахуй. Кто я хочу лететь сзади с шампанским? Ну-ка, Денис, выходи. Нихуя, все. Оба вышли. Нихуя, все. Вы садитесь сзади за лимузинские места. Ну-ка. Радио, говорит. Пожалуйста, Сильвестр. С вами говорит командир корабля России... Путин? Россия? То есть, same thing, really. Бля, я не могу налить шампанское. И я бухаю, потому что... Давай. Смотрите, в шлеме! Ты, блядь, в шлеме с микрофоном сюда пришел. А туман был раньше? Да был, Данил, пожалуйста. Конечно, был, он на PS3 был. Окей. Ням-ням-ням прям сделал. Ой, ну вкусно, все. Что там за пилотирование такое ужасное? У нас такой вид тут от первого лица дикий. Шампанское трясется, ну перестаньте, пожалуйста. А, у нас он приклеен. Ощущение движения, братан, высаживай нас. Блин, ну вы пилоты, конечно. Это забор. Ну все, теперь шампанским вкусно, охуенно. Меня даже не накидало, пацан, водой разбавляете шампанское на ваших авиалиниях? Это не моя вина. Это самолет. Походу байкеры сейчас будут, что ли? Да. Погнали их пиздить молотками какими-нибудь. Можно, у меня есть топор, который, кстати, по-моему, дает рейдж. What the fuck? Ты чё, блядь, дед? Блядь! Это что за хуйня? Что за новое дополнение? Издали у вас транспорт общественный в Лос-Анджелесе. Недаром никто на нем не ездит, блядь. Ой, охуенно. Очень чётенько управляется, вообще не скользит. Типа Денис вертолётит. Ого, ну-ка, стой, тормози, тормози. Мне кажется, он такую не поднимет. Да, мне тоже так кажется. Что это вообще у вас внутри за такое? Оу! Тебе показывают, куда вести, Денис? Погоди, я вас взял, ты хочешь сказать? Взял. Да, поднимайся, меня... блядь! Чувак, у меня я вас не взял. Но мы летим... Ты видишь, что мы летим с тобой? Нет, я не вижу, что вы летите за мной, но я вам доверюсь. Пиздец, у меня вы просто остались там стоять, но я лечу. Ёбаное говно, почему до сих пор на PS5 нету dedicated серверов? Мне даже пишет, что куда вас вести, то есть явно игра поняла, что я вас подцепил, но я вас не подцепил. Только недалеко, не высоко сбрасывай. Ну не на крышу только, пожалуйста. В натуре, мужик, что ты делаешь? А, ну давай. Скинулась? Нет. Бля, это, видимо, проёб. Серьёзно? Видимо, это проёб. Ну, пацаны. Подожди, посади вертолёт и выйди из него. Блять, ебать, только хуйня. Полегче, только полегче! Окей, поехали. Я подцепил какую-то левую тачку.
Бля, мне кажется, мы без колеса остались. Я вышел. Блять. Тачка вообще не едет нихуя себе. Я вообще не вижу. Блять. Оу, щит. Да, сука. Блять, прежде чем начать, необходимо отцепить транспорт для доставки. What the fuck was that? Денис, уничтожь твой вертолет? Я не могу сдать тачку. Уничтожу. Сейчас попробуем. Блять, она думает до сих пор, что мы прицеплены. Она даже ездит очень поебаному из-за этого. Бать, он дурачок, он сам себя убил. Ты у меня просто в вертолете где-то застрял. Бля, вы бы сейчас видели, как тачки ездят. Ты видишь меня? Да. Ты видишь, как я двигаюсь влево-вправо? Да. Да, кто бы мог подумать, блядь. Ну, можно попробовать как-то это распидорасить и другой тачкой попробовать. Ну, вот я пытаюсь... Погоди, Люха, подгони... Хорошо, Данил, не двигайся. Не дави больше на газ, чтобы тачка не дамажила сильнее. Сейчас все будет. Сейчас просто этот пацан еще где-то рядом. О, пожарка. Жарко, заебись. У меня даже камера хуяет наверх, как будто бы меня везут на вертолёт. Нормально, нормально. А попробуй выйди из машинки. Я так делал, я уже все что угодно делал. Ты вообще как-то исчез. Ебать, тебя потянуло! Ты откуда вообще прилетел? Чувак, ты все еще привязан к каргобобу. То есть я ударил каргобоб, и ты все еще под... Пиздец какой-то. У меня сейчас Илья просто с противоположной стороны улицы принял позу, как будто он сидит на сиденье уже, и такой... И в тачку влетел. Просто через всю улицу. Бля, Данил, готовься, сейчас будет максимально весело. Сейчас тут уже Илья готовится. Я достал, блядь, фух. Бля, ты у меня... Что произошло? Где вообще эта машина была? Пацаны, это просто сохранение видоса. Блядь, вот это хуйня была. Хуйня. 4500 дали. Тупая залупа говна. Давай еще раз попробуем, только мне надо сейчас ходить стирку сделать. Сейчас, погоди. Да. What? Что за баги, блядь?
И такой типа стучит по нему, идет дальше. Вот тут то же самое. Я думал, это тот мем, где slap the roof of the car. Блять. Алло. Бля, им похуй. Илья, они тут чай пили, ну что ты натворил? Они не смутились моими стантами, а ты их начал стрелять, ну как так? Да, ну я что-то запаниковал, но было смешно. Да, выглядит она прикольно, Натали. Ой, нам картинку отправили. Надеюсь, нюдсы. Image attachment. Рыжий пацан в розовом худи. Ебать, что это было? Бля, меня самого от испуга закружило. Я вообще в телефон смотрел, просто вижу искры какие-то потом и все. А, ну Денис просто улетел вместе с Илоном Маском на Марс, мне кажется. Ну ХП тоже восстанавливается, вроде бы. Да, там все восстанавливается. А что, за нами даже никто не погонится? Ну, слава богу, дайте доехать. Тут на байкерских этих миссиях доехать это челлендж. Ну да, смотря как ты водишь. Денис опять кусает. Бля. Тормози. Да, бля. Денис даже так... А, баунти за нами. Едьте. Да, что за хуйня. Полмили осталось. Полмили осталось, выгнали. Пацан, нас уничтожили. Но здесь мы хотя бы можем подобрать снова деньги свои. Да, я поехал, доеду. Да, отвози. Мы сейчас попробуем как-нибудь. Он улетел. Он еще из баунти, этот чмырь. Стан вообще хорош. О, тут вертолет. А, подождите. Илюха шампусик. А, блядь, его здесь нету теперь. Ооо. Заебал. Зато какое разбитое стекло есть. Ну ебать. Он пока заебал. Нет! Блядь. Все разъебались? Пацаны. Что за руина? Хули он загорелся? Ну да, вообще. Сюжетный, потому что вертолет. Ну мы на таком улетали один раз. Я знаю, но, видимо, нахуй. Денис в каблуках, блядь, по пляжу. Поэтому я не ношу каблуки, блядь. Чё, про Дрейка что-то здесь разговаривают? Не, Ламар Дэвис, типа, это он там что-то у вас с этим, с Дре? Типа, он спрашивает. Говорит, держись подальше от этого пидора, вроде бы. За нами погоня. Что ты делаешь, блядь? А вот так вот. Сказал, за нами погоня. Где он? Хорош. Денис его убил. Бля, вот это сейчас будет неудобно. Что? Ты что-то выиграл? Я вышел, меня что-то пошло не так. Что пошло не так? Тупая залупа. Боже, мне какой-то лох прислал приглашение на какую-то хуйню, я случайно эту хуйню принял, пиздец. Блять. А мне я сам здесь. Окей, we gotta steal this. Илюха, сразу звони Лестеру, сразу включай и уйти с радара. Данил, не садись к нему в машину.
I got a place ready. Да! Нам почему-то какие-то нигеры помогают. Ну да. Ну да, тут типа какой-то сюжет был, мы ни зачем да, не следили, блядь. Потому что хуйня какая-то происходила. Сорян, я что-то так тут, блядь, залип! Сука! Илья, ну выйди, пожалуйста. А, да какого хуя они влетают сюда прям? Пацан шлем решил надеть вовремя. Who the fuck is this? Да я блядь! Не знаю, это этот парень. Oh my god. Погнали играть в For the King, короче. Серьезно, блядь? Ну не. Забавно. Я расстрелял просто тысячи патронов Драгана, и его парень говорит: «О, shit, you okay, Драга?» Где там эти лестницы были? А, хорошо. Ну же вниз можно. Гранатка. О, блядь! Вы бы это видели. Я просто кинул ее, она в потолок ударилась и просто полетела ровно под ноги. Че, не тут? Да никогда его здесь не было. Не, мы в прошлый раз нашли в самом низу, в самом нижнем помещении. Ох уж этот Дэниел. Бля, надо же ужасный цвет желтый поменять на что-то. Ааа, не трогай мою веспу. Да, желтый цвет. Он вообще не желтый, он какой-то оранжеватый. Ну, пацаны, пока вы здесь развлекаетесь с моей машиной, я не осуждаю, я поехал. Ты что думаешь, мы тебя не догоним? Нихуя не догоните. Просто ушел. Нихуя ты, Джеки Чан. Я, честно говоря, подыграл этой хуйне. Не подыгрывай мои... Блядь. Как ты славно улетаешь. Чё такая хуёвая веспа, блядь. Ладно, 5 секунд. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, ты сюда поместился? Горим. Вот этот хорош. Всё, сосать. Хорош. Я прям удивился твоей смекалности. Нет, читеры! Ну, хорош, это было достойно. Да. Yes. Why would you do that? Это была отложенная месть. Потенциальная, видимо. Which Korean? How the hell I know? I thought you weren't supposed to ask that shit. I don't know. I figured maybe it came up. Ну да, прикольно, когда тачки одинаковые, получается вместе ехать. Все запланировано, пацаны. Ну это в натуре форсаж был.
На ровном месте, причем мы что же до места не доехали. Я дал похоронил. Нет, я вошел под... Я вышел. Блять, но мы теперь не можем выйти. Ну погоди. Нихуя не могу сделать, блять, пока я в этом лобби сижу. Данил, пригласи нас куда-нибудь уже. Приглашаю вас в Новосибирск. Спасибо. Сейчас я закажу тачку, доеду до гоночек и приглашу вас. Да ебать. Денис, как ты смог отсюда съебаться? Или ты не съебался? Я такой же пленник, как и ты. А что если выйти через roof terrace? Блять, нет. А что у вас там происходит? Ну типа, ну вот, меня, типа, ты включил какую-то миссию, я ее принял, и теперь все, это я сижу в лобби, и оно заполняется, и тут вот, типа, 2 из 4, блядь. И я не могу выйти, пока в этом лобби сижу. Что он целится в меня чем-то? Это что, что такое вообще? Ну это, типа, из руки. А, бля, не видел. У меня еще от первого лица камера включилась, я просто смотрю, он в меня чем-то целится. Я такой, ебать, что происходит. Блин, пацаны, мне так грустно ехать под охуенную музыку на охуенной тачке без вас. Да мне тоже очень грустно здесь сидеть. Да мы вообще застряли, здесь чувак уже грозится нас всех убить, уже пальцы пистолетом нас целит. О, бля, launching session. О, нет. Ну сейчас нас раскидает еще, мне кажется. Стоп, мы вообще снаружи вышли. You no longer... What? You no longer access open house, the owner left the game. Илья. Это все было из-за Ильи, получается? Да. Я зашел в ночной клуб. Какой ночной клуб, блядь? Закрытый клуб. Закинули. Закинули. Везде музон такой. Get fucking... Get fucking pranked. Блядь, ничего, Данил на фоне чихает. My guy got fucking... Будет страшно, весело. Too fast? Too fast, too furious. О, еще и 4 из 16, то есть мы прям попадаем под квоту. А что, это две команды, значит? Не знаю. Нет и не знаю. Неубедительно все это. 10 километров. Да и знать. Трафик. Ууу. Трафик хай. Пацаны, без обид, но я поставил на себя. Бля, я тоже поставлю на тебя. Я поставил на себя и на тебя. А можно так? Да. Блядь, я такую хуёвую тачку выбрал, сука. Я тогда на вас всех поставил. Нихуя, сорян, как прям. Куда ехать? Тут point to point, тут без waypoint'ов. Йо. Бенджамин. Хорошо, что на него никто не ставил. Куда тут, блять, вообще ехать? Помните, была гоночка от Рокстаров? Там тоже не было вот этих стандартных обозначений. Бля, какая же у меня хуёвая тачка, сука. Бля, ну Илья, я тебе честно скажу, у меня же тоже вроде как будто бы Порше, но он тоже нихуя не быстрый. Тут все тачки в одной категории, то есть тут да. Если есть разница, да, то но она... у них есть, тем не менее, у них там есть разница типа в скорости и в acceleration и так далее. У меня, походу, самая старая, типа. Я просто кликал, блядь, кликал, а там потом время, и я не успел докликать до той, которую хотел. Да, блядь, это... пацан меня постоянно, типа, подгоняет, он типа, едет сзади меня и меня носом, типа, тыкает, чтобы я побыстрее ехал. Ааа, мы все здесь! Fast and Furious!
Fuck you! Spider-Man! А, блядь, пьяная рожа, блядь, ебался. Блядь, ну что ты затроил катку еще, и пацан тромится из-за тебя теперь. Блядь, я вообще на последнее место ухожу, блядь. Блядь, Бенджамин, ну что ты за хуй такой? Я думал, мы друзья. Ну, с полицией это довольно своеобразные, уникальные гонки, конечно. Да. У-ху! Да! Что это было? Охуенно. Вот от точки к точке в натуре даже прикольней. Ну да, мне кажется, так контроль прикольный. А-а-а, еще сватовская хуйня. Да я там в них впилился прям лоб в лоб, прям секунд, наверное, 15 потратил на разворот. Ебать! Прям блокада. Мне кажется, у меня шины лопнули. Пизда. Это... У меня на твои шины лопнули. Ебать, мусорку! Бля, меня убили. Ебать. И вот интересно, ты возра... Ебать, тут блокады. А-а-а! Да. Пизда, разъебался. Да, блядь! Данил, я на тебя деньги поставил, давай. Блядь. Ну я первее пришел, чем ты. Так что с какой-то стороны твои ставки оправдываются. Илья на самой худшей машине, обращу твое внимание, Данил. Ну как бы, so he says. Ну да. Гоночка хорошая, хочу еще. Да, я тоже хочу еще. Было весело. Только Илья, выбери нормальную машину этот раз. Денег дают немного, но весело. Да. Да, тысяч баксов проебано. Я на ставке выиграл 600, поставил на себя и на тебя, выиграл. О, ну погнали, что тут еще есть? Pursuit. Pursuit Race. Ну можно другую карту. Окей, я рискну, возьму вот эту хуйню. Я взял Z-ку. Не сам. Кто-то взял Маздочку. А, Денис взял Маздочку. Мазда? Да, у тебя Мазда RX-7. Главное, что они американское говно. Нихуя себе! Нихуя себе, Бен... Нихуя себе все быстрые! Ну да... Вот что тут... Внезапно Мазда. Ууу, Мазда! Ооо, вот там! What the fuck was that? That sucked! Ебать! Кто там просто улетел? А ты-то где вообще? Я в самой жопе. Бля, вы все еще пользуетесь моим воздушным карманом, идите нахуй. Что за грязь? Ой, Бенджамина Данил заруинил. Ебать, тут полицейская машина перевернутая, блядь! Бля, тут надо было тачку брать на максимальную скорость. Ну тут вот походу съезжает. О, тут на туре-то надо съезжать. Данил Руинович, блядь! Просто влетел нахуй. Я тебя скинул? Да! А это вы вообще... Вы тут вдвоём были? Как вы нас так догнали? В натуре, как я вас... Я вообще думал, что вы далеко уже впереди. Да пиздец здесь повсюду. Ёбаные копы. Ебать! Мне в жопу прилетело от кого-то! Блять, еще и обычные тачки. Ты в следующий раз, Данил, поставь типа traffic high. Вот это будет, наверное, вообще весело. Сейчас у тебя там вроде минимум стоит.
минимум. Потому что гражданский очень вообще не понимает, что делать, и очень непонятно начинает ездить в такой ситуации. Привет! Сейчас ты очень расстроишься. Да я знаю, что в другую сторону. Нихуя себе Бенджамин вперед вырвался, бля. Копы пиздец мешают. Да, блядь. Я на финишной прямой въебался, Данил. Ах ты пидор, блядь. Догоню, выебу. Да, блядь, мне гражданки и пидорские тачки мешают. Бля, пацан сделал так, чтобы я первый выиграл. Он тупо подождал меня перед въездом. Он всех ждет. Но я не буду перед его тогда спонтовать. Да въезжай, чё за, блядь, за поддавалки? Ебать, тачки всех разъебанные. Он мне факт показывает. Ну ладно, убедил. Он всё наебал. Хорош. Да, я пофу. Блять, $1000. Мы с Данилом, конечно, продолжаем лихать.